что она нужна, просто чтобы ей можно было поуправлять. Можно, например, на нем плавать. Чтобы в солнечную погоду можно было долго возить всякие элементы, которые надо пересечь в другую страну, к примеру. Ей управляет пульт управления. У нее есть, как у подводной лодки, у нее есть винты, которые могут поворачивать. Если этот винт стоит прямо, она и плывет прямо. Но нет, у меня так, что я на этой лодке кататься, пожалуй, не буду. Мы бросили вызов и спроектировали не просто лодку, а экраноплан. Она может парить над водой, как самолет. Основной источник энергии – солнечные панели. При рациональном использовании этой энергии можно двигаться бесконечно долго. Также эта лодка является беспилотной, что позволяет ей планировать свой маршрут самостоятельно.